Анна Морозова не только координатор Госфонда «Защитники Отечества», но и основатель клуба жен мобилизованных «Защита тыла», который она основала после того, как ее супруг отправился в зону специальной военной операции. В стенах клуба Анна познакомилась с Ириной, семье которой она оказывает поддержку. Почему занимаюсь? Потому что хочу помочь. Просто хочу помочь. Вот насколько это в моих силах? Госфонд «Защитники Отечества» имеет реестр данных, в который внесены ветераны СВО и близкие погибших. Каждому члену семьи оказывается адресная помощь, предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решение вопросов лечения и реабилитации, помощь в трудоустройстве. Ирина обратилась за юридической помощью, и вместе с Анной они встретились в БТИ, где заверяли документы. Сопровождение – это вот такие вот варианты, когда нужно куда-то пойти, что-то подать, помочь. Есть, наверное, люди, которым нужна просто психологическая поддержка, где-то что-то рядом нахождение. Представители фонда «Защитники Отечества» находятся рядом с семьей, когда необходимо оформить ряд документов в случае извещения о гибели участника СВО. Сбор документов осуществлять, какие действия делать, собственно, для этого у них есть я. То есть объясняя им, куда, зачем, почему, в какой последовательности, что подаем и какие действия делаем. В Ленинском городском округе порядка 270 семей, где сыновья, отцы или мужья отправились в зону проведения СВО. Если мы будем брать вообще по району количество народа, то это очень много. А те, кто обращаются, стараюсь никому не отказывать. Фонд «Защитники Отечества» продолжает свою работу и готов помочь всем необходимым. Инга Янчук, Александр Логинов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.